вами Полли. И сегодня мы снова говорим о статистике фотостоков, о том, сколько людей было на фотостоках в прошлом месяце. Вы узнаете, сколько было посетителей на трех известных фотостоках и из каких преимущественно стран. Пишите, пожалуйста, в комментариях, сотрудничаете ли вы с этими тремя фотостоками и насколько хорошо у вас там идут дела. Если вас интересуют фотостоки, не забудьте подписаться на этот канал. Сегодня мы поговорим о таких трех фотостоках, как Shutterstock, Vectorstock и Pond5. На Shutterstock все стабильно, в мае было 72 миллиона 360 тысяч. США 15,26%, Индия 6,67%, Россия 5,28%, Соединенное Королевство 4,29% и Бразилия 3,62%. Сравним с посещаемостью в апреле. США 14,82%, Индия 6,48%, Россия 5,02%, Соединенное Королевство 4,05% и Бразилия 3,6%. То есть на Shutterstock все абсолютно стабильно. На Vectorstock был небольшой рост посещаемости в сумме 7,5 миллионов. США 19,35%, Индия чуть больше 9%. Соединенное Королевство 4,22%, Индонезия 4,22%, Филиппины 3,31%. Сравним с посещаемостью в апреле. США 18,84%, Индия 8,5%, Индонезия 4,6%, Соединенное Королевство чуть больше 4%, Филиппины 3,38%. Мы видим, что Соединенное Королевство и Индонезия поменялись местами, но в целом все стабильно и даже небольшой рост посещаемости. На Pond5 также был заметен небольшой рост посещаемости в сумме 2 миллиона 120 тысяч. США 22,27%, Соединенное Королевство 6,5%, Россия 5,85%, Германия 4,11%, Канада 3,83%. Сравним с посещаемостью в апреле. США 24,03%, Россия 5,93%, Соединенное Королевство 5,61%, Индия 4,82%, Канада 4,25%. Мы видим, что Россия и Соединенное Королевство поменялись местами, и в мае вместо Индии на четвертом месте очутилась Германия. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!